получается, вот так, щенок маленький. Вот здесь примерно, ну, за шиворот так как есть, кошку взял, даю в сторону. Для них за шиворот это означает кто-то, это, конечно, собака, зверь, который страшнее нет на земле для него. И он берет за шиворот и поднимает его. Эти уже животные негожие к дрессировке, ты уничтожил ее. Она трусливая будет. А она бомжиха. Я с улицы подобрал ее. Нет. Другие кошки все от наших кошек рождаются здесь. Воспитывается она такая. И ее оставляла в живых то, что она умела прятаться. Умела достать пищу там, где другие пройдут мимо. И она не может никак наесть. Это уже Джека Лондона считаем, он когда его спасли от голода. Он под подушку прятал сухари и все. Вот. А ты ее взял кошку и... Она ничего не сделала тебе, ничего нет, я толкнул потихоньку туда. Этого нельзя делать. Я не просто говорю, а я занимался в уголовном розыске. Специально занятия вел, капитан Никитенко, и у нас все там было. Собака, чтобы не боялась, взрыв пакеты, стрельба. Она такая ушами шевелит, никуда. А другая хвост поджала за хозяина, все, уходи отсюда. Если это вот бывает, медведя притравливает, выращивает в клетке, а потом выпускает, и собак учит на него. Но одна бросается, никаких он лап, у нее такая лапа, он так захватит сверху донизу, так кишки все вылетели с нее. Другая схватила его за штаны, за гащи, называется, и назад. А третья спряталась за хозяина, и оттуда так тяв-тяв. Так вот, первая соучасть сама определила, безрассудно бросилась. Которая здесь была, распадок – это место свободное, там, где деревья, по низинке, так считает. Кончилось, отводят туда и расстреливают собак. Я не видел, слышал. Может, кто-то будет опровергать, не знаю, но занимаясь собаками много лет, родившись в семье, где собаки были постоянно, притом волкодавы, потому что отец спас овец, и там других нельзя было собак держать. Я могу сказать, что именно так оно должно быть. Боязливых, участь в озере огненном, это в Библии такое написано. К человеку. Вот тебе нужно, чтобы собака не боялась ничего. Вот ураган, вот этот, которым я хожу, выгуливаю. А там Павел какой-то был, это знает Сергей Павлович Пупков. И он жил с женщиной, а теперь причина какая-то, ну разводится. Кабель бесхвостый, проще сказать. И он оставил на память ей сына, там родился ребенок. Вот она где заскочила, понимаешь? Говорит, а что она лазит? Мыши лазят везде, и она все проверяет. Другая кошка не пойдет даже, а она пойдет. И он оставил ей собаку. А собака-то большая, и на прогулку вывести она ее, не может она ее свалить сама ее. Не гляди на нее, ну что так? И вот теперь задача ее избавиться от собаки. Называется усыпить, то есть умертвить, пойти в ветеринарном участке. Я не знаю дальше, как было, Сергею Павловичу она досталась. И он ее сделал с чемпиона России по общим командам и защитной караульной ЗКС. И он с нами проехал из Барнаула до порта Находка, Владивосток. Потом мы прошли Португалию, Атлантический океан. Прошли Скандинавию, Прибалтику, север, Турция. Он с нами везде был. Он игривый такой, это как-то... Когда едешь все в напряге в таком, в то время играешь, и тогда это разрежение идет, как-то расслабляешься маленько. Он любит играть, бегать, купаться. Палку бросишь, он ее не оставит, достанет. Он до того любит доставать это вот. Я к чему говорю, как знать. Я вот разговаривал, который чемпион края был еще, а он подавал собаку, ее что-то ударили, у нее ухо одно повисло, уже она на выставку не идет. Хорошая, я ее купил. А он говорит, у меня сейчас кобель один, и он его сделал чемпионом. Я говорю, как? Я не знаю, говорю, ну сейчас полтора, каждое утро я отдаю для этого. Тренирует, ходит, бегает с ним. В деревне это был, говорит, гляжу на конуре стоит, здоровый кобель лает. Я как глянул на него, так понравился. Называется экстерьер, когда он стоит, верхняя холка выше, нижняя так, какой у него шаг. Он специалист, немец.
Альберт, что ли, звать его. У него я собаку-то и покупал, а эту он достал. И показывает, вот здесь у него, здесь эта собака, которую он купил. Хозяин спросил, говорит, не знаем, куда деть. Злобный такой кобель, говорит, еще не по нему укусит хозяина. Он говорит, я возьму, он меня кусал сколько раз. Показывает, прямо шрамы остались. Сделал, не кусает. Выполняет четко команды. Почему? Я увидел, что он настоящий кобель. Никого не боится. И вот поэтому твой вот этот поступок, конкретно уже, он не вмещается в рамки обучения. Я говорю о собаках, но это применимо и к другим животным. За шиворот брать никак. Вот маленький щенок, ну, совсем он. Вот как отбирают они щенков. Собака бывает принесет там 8, даже 9 щенков, а прокормит только 4. Что делает? Подкладывает, где-то находит, которая, сука, ощенилась, беспородная. А молоко-то оно, разницы нету. Тогда нужно взять, подоить эту свою, которая собака, у которой, ну, много щенков. Подоить ту собаку, которая не мать будет, и молоком этим ее прогладить и вымя. Ее молоком, не той, которая сосала. И дальше на подстилке, где она лежала, там бывает солома, и протереть ее и место, где она находится. Ее, именно ее, что никакого запаха не было. И она это, тех щенков убрать, они беспородные, а породистые к ней подсунуть. Это большая цена. И вот когда уже вырастут, то хозяин, допустим, 80, он выбирает, понимает, какой ему нужно, сука или кобель. Не так мальчик-девочка называют, это глупости. Мальчик-девочка только к человеку, не к шимпанзе, никому. Надо это сука. А когда человек говорит, сука, что-то такое как бы унизительное, это человек сделает, а она женщина, которая ведет себя непристойно, ее так и называют. Но собака-то она пристойная. Это или мужчина там везде за женщиной гоняется, кобель бесхвостый. Ну, кобель, кобель, да, так и надо, никакой не мальчик. Вот 8 щенков, он выбирает себе одного, не имеет права раздавать, пока не придет хозяин кобеля, с которым была случка. Вязка называется. Вязка, они связаны, долго стоят там. И вот. И теперь он выбирает. А как выбирает? Хозяину говорит, ты не кормил их? Да, есть. Корыца такой длинный на всех, они едят. Он смотрит, который вот это, хватает. Он. Вот этот мой. Бери, бесплатно, за кобеля, потому что тот-то держит, прибыли, нет. Жоркий который. Если перенести его надо с места на место, маленький, только вот так вот он, с двух сторон, чтобы ноги у него, ну, ноги-то согнутся сюда, а не так, что взял за шиворот или как, иначе у него пупочная грыжа будет, это долго мучиться будет и прорвется в желудке. Да, слабое все, и понятно, кормят-то не как обыкновенно, это бывает 6, 5, 4, 3, 2, 1, пока дойдет. Уже 4 месяца уже только 3 раза в день кормят. Почему они такие собаки? Ни грамма нигде, не пугай, не стучи ногами. Все. Но постепенно он всякие звуки слышит и привыкает. Я занимался там, знаю. Ничего не боится. Даже лев будь, там тигр, крокодил, она бросится на 2-3 секунды, жизнь твою продлит, чтобы ты успел выстрелить тогда во врага. Считается, что собака по интеллекту равняется примерно так с лошадью. Остальные глупые. Из собак делали неравные соревнования, узнавали, какой более интеллектуальный род собак. Вот эта, которая есть, называлась восточноевропейская, а сегодня называется немецкая. Поэтому у тебя же тогда немец у меня. Немец – это немецкая порода сокращенно. Вот я говорю то, что мне хорошо известно, и как никогда не бей. У меня я там ограду городил, у брата приехал-то, ну а собачка-то, она подрастает. Я узнал в клубе собаководства, искал, какой именно, вот это когда спина черным покрыта, а сам такой подпаленный у него, это щепрак называется, щепрачный, покрытый как щепраком. Узнавал там по книгам, с пограничниками, где строго по инструкции делал, и собака на высоте была.
И вот я делаю ограду, а собачья сейчас щенка выскочила. Она никогда не дала гусей, там, видимо, затявкала. Хозяйка-то выскочила, захватила прут, размахнулась, а он сел, голову поднял, она прут опустила. Это ваша собака? Я говорю, да. Интересно. Обычно только палку поклонись, или там, все, хвост поджал, а этот сел, он никогда не бит, он не знает, что это такое. Мой недогляд, что я не досмотрел, это вылез там щенок. Он ни на что не реагирует, только ты. Вот почему, когда бывает где-то пограничник погибает, а собака еще в силе, редко, когда она с другим будет работать. Она будет работать, но уже не в той силе. Специалисты говорят, и собака, она бывает на могиле у него, там погибает. Такие фильмы поставили, верность ее безгранична. Хозяин на остановке оставил ее, уехал, она ему не нужна. И она уже встречает, там 7-й год приходит. И там и живет ей кто-то, конурку сделал, преданность собаке. Ни с мужчиной, ни с женщиной равнять не надо даже. Ей разницы нет, кто. У меня стихотворение, дрессировщик, там, команды там подал, поет Виктор Николаевич где-то. И это надо, потому что отсюда называется перенос, экстраполяция, далеко на человека перенести. Как надо знать? Человек должен знать страх и в то же время быть бесстрашным. По отношению к Богу, по отношению к людям. Надо, не надо говорить. Хорошо слышишь меня? Усвою. Вот, на будущее имей в виду. Есть национальные обычаи. Японец тут учится, или он профессор уже был, его английский там в Англии пригласил к себе домой. Ну, хорошие дружеские отношения это. И потом гляжу, он стал ко мне как-то относиться так подозрительно, и уже никогда не приглашает, ничего. Я заметил, отношение ко мне изменилось. Я спрашиваю, а что с ним такое? А вы не знаете? Нет. Да вы же обидели его. Я обидел. А как? А когда, говорит, пришли, у него кошка лежала на диване, а вы ее взяли, отмыли. Да было, было, да какое же умели право? Из-за кошки он меня потерял. Но я это научился. В чужой монастырь со своим уставом. Вот так. Кошку согнал. Я, может быть, бы согнал. Но считай это, я знаю, в чужом доме никогда не трогать. Если она не так, а тут... Я вот говорю, вот в этом месте, на этой половице, священник ее ногой она лезет. А все заснято, а я ему говорю, что ты пинаешь что ее. Ну она тут мешается. Во всем интернете. Только осудительные пошли реплики. Да какое же он имеет право? Видел, да? А это дело. Протоиерей сделал, батюшкин друг. Я его не заставлял. Он меня спрашивает как раз. А вот у вас, если там кошечка какая где-то были, куда деваете? Никуда не деваю, она нужна. А нет. Нет, есть как вариантов. Один там называется усыпить, другой то. А я нет, я оставляю на даче. Оставляешь на даче, уехал на зиму, да дальше что она будет? Не знаю. Ну она есть хочет. Она к соседю, сосед ее пнул раз, другой. Она теряет силы, наконец она исхудалая, облезлая. Она мяркает, она ничего не поймет. Как так? Были хозяева, ласкали, любили, теперь нету. И она погибает. Ты такую строил здесь. Майданек самый настоящий, Освенцим. Врагом для всех. И считаешь это правильно. А там монашка, не монашка, она послушница была, инокиня. А я нет, кошка окатится, так я в тепленькой водичке их там в ведерке потоплю. Вот, тепленькой водичке. Да? Здорово. По-православному. По-православному. Так, мы сейчас из-за стола выходим и за работу. Пошли. Благодарственная еще молитва. Благодарим тебя, что сегодня так насытился на земле твоей благо. Не лиши нас и небесного твоего царствия, но яко посреди учеников твоих пришелось и спаси мир, дая им. Приди к нам и спаси нас. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За молитву Пречистой Матери, всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Милостивый Господи, спаси и помилуй раб своих, милующих и питающих нас, подающих нам милостыню, заповедуешь нам молиться о них. Вдов, нищий, сирот, священство, иночество всех христиан, благослови и любви.
избавив от всяких скорби, гнева и нужды, от всяких болезней, душевной и телесной. И простим всякое согрешение, вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори. Боже, милостью будь мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Вячеслав согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Спаси Христос. Спаси Христос. Во время работы не разговаривайте. Про себя не говорите. Остальное все знаете. Походим. А кони это мы.